Всем доброго времени суток, и сегодня у нас на обзоре Rotel MK2 от компании Helicon. Второе поколение рюкзака Rotel отличается от предыдущей модели переходом на более прочные материалы. Вместо полиэстера рюкзак теперь шьется из нейлонового материала кордура. На первое отделение нашита лента велкро-панель для знаков отличия. Наружная поверхность второго отделения покрыта стропами моли для закрепления дополнительного снаряжения. Лямки могут регулироваться по высоте. Подвесная система имеет широкие эргономические лямки, на которых пришиты D-образные кольца, регулируемая грудная стяжка и фастексы для быстрого сброса. Рюкзак имеет поясничный ремень на фастексе, который при желании можно снять. Первое отделение отлично подходит для всякой мелочевки. Второе отделение имеет органайзер для небольших предметов. Органайзер содержит два кармана на велкро и сетчатый карман на молнии. Основное отделение имеет застежку на фастексе для закрепления трубки питьевой системы, а также карман, в котором находится каркас, который при желании можно снять. Рюкзак Rotel MK2 отлично подойдет для решения повседневных и специальных задач в городе, однодневного похода или выезда на природу. Выпускается рюкзак в расцветках Adaptive Green, Shadow Grey, Coyote, Black и Olive. А на этом все. Выбирайте одежду и снаряжение правильно.